Здравствуйте, друзья и, разумеется, враги. Сегодня хотелось бы поговорить немного о том, что вот давно не выходят видеоролики. То есть они же должны выходить каждый день, а они что-то выходят там, знаете, типа по 2, по 3, по 4 штуки в день. А в те другие дни, в которые оно не вышло, типа, ну оно просто не выходит. Странно я немного сказал, но вы поняли. Типа, дело в том, что я работаю с 8 до 12, я уже писал ВКонтакте, добавляйте меня ВКонтакте в друзья, там ссылка как бы в описании, все в описании. Сегодня мы посмотрим Де Лорензи, потому что я очень люблю Де Лорензи, это один из моих самых лучших друзей в GTA Sampo вот этом вот всем ютубе. Также там, я не знаю, заходите на Arizona или Play Phoenix, потому что это самый лучший сервак в GTA Sampo на данный момент, да я думаю, он и останется таковым, поэтому Arizona или Play Phoenix IP, а также мой никнейм Дант Коннор, а также мой промокод NoToxic54, все это находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и там все это узнавайте, познавайте, и давайте начнем. Вы долго ждали, что кого? От Федота пулемета. Кто такой Федот пулемет? Но ничего нового сегодня не будет. Отлично, то есть Де Лорензи немного погрузился в постиронию такую. Но будет нечто крутое старое из моей молодости. Добро пожаловать в истории Федота пулемета. Класс. О, новая заставка. Итак, подписчики этого китайца, сегодняшняя история... Не, он на самом деле, Де Лорензи, респект, но он заебал использовать эту хуйню. Типа, еще скажи, там, знаешь, посылка с Алиэкспресс, там, я отправляю, я там подрабатываю, бля, это не смешно абсолютно. Будет о том, как я Федот пулемет, остановил целую войну во Вьетнаме. И это не шутка, сейчас я все вам покажу и докажу. В это без... Бля, жалко, что Де Лорензи, типа, знаете, должен подстраиваться под какие-то вот эти вот все новомодные тренды. То есть раньше такой хуйни не было, насколько я помню. А сейчас он просто что-то вот это вот таким вот голосом рассказывает о том, что все было-то для детей. Но это не помогает нихуя, потому что, типа, да хотя 67 тысяч просмотров, это дохуя. Я думаю, он еще сможет жить там, поживать. Здесь хоть квартиру купил. Умно сложно поверить, но это был 1965 год. Охуительно. О! О! Федот, почему ты такой молодой? И почему я такой молодой? Где я? А, кажись, я понял. Мы в воспоминаниях Федота пулемета. Офигеть. Да, старичок, слушай, а ты выглядел достаточно брутально и неплохо. Итак, дорогие солдатики, как вы могли заметить, сейчас у нас июнь 1965 года. Не, не мог это заметить, к сожалению, Де Лорензи. Молодые, горячие, с нами горячие цыпочки. Охуительно. И горячая вот собака готовится. Что еще остается кушать-то? В общем, да, пока да у нас больше ничего, Де Лорензи. Мы отдыхаем с девочками. Пока на расслабоне, на чиле. Поэтому можно сейчас пивко хуярить. Я слышу вертолет. Да там надо было обрезать, типа, очень много. Вертолет? Я вижу вертолет. Мистер Федот. Да, товарищ генерал, я вас слушаю. Вы нужны своей родине. Операция должна начаться немедленно. То есть мы сейчас тут на шашлычках с тёлочками отдыхали, к нам прилетел генерал и зовет на войну? Ну, в принципе, чему я? Так, ну, это типа, ну да. Удивляюсь. Наверное, так оно и должно быть. Так оно и происходит в реальной жизни. Смотрели, кстати, Груз 200 там? Пиздец. Да, девчоночки, пока. Там так я все и было. Родину защищать. Мы летим на брифинг. Там получите всю информацию. Де Лорензи сейчас должен спросить, что такое брифинг. Ну и забрались же вы. Зажрались, еб. На самом деле... Не, хуйня, Де Лорензи охуительный. Я даже боюсь представить, что случится, потому что к нам генерал лично прилетел на место отдыха с тёлочками. Надеюсь, ничего серьезного. Блять, ну, блять, Денис, ну, блять, ты же графический дизайнер, ну, тебе ли не знать, ну, это ж интро, блять, а перебивка, ну, она должна быть побыстрее, ну, блять, блять, пиздец. Это, блин, это просто ебануться. Итак, ребята, это ж очень долго. Сейчас прилетели уже в свои. Ускорил бы там чин, потому что, блядь, ну это просто пиздец. Если так сказать. Сколько она идет? Вот давайте так. Это ж просто, блядь, сколько вот она идет. Надеюсь, ничего серьезного. Блять, 7 секунды. Итак, ребята. Блять, она идет, ну практически, ну дохуя, ну 4 секунды, 5 почти, блять. Это очень дохуя. Если так сказать, и нас встречает какой-то чел. Ну что ж, добрый вечер. Ну, здорово, мужик. Что тебе надо, интересно? В нашу страну отправляют вьетнамских людей. Посла и...
ракеты. И еще кого-то. Вас направят с нашим дипломатом на мирные переговоры с этими вьетнамцами. Вы должны будете их сопровождать, стоять за них горой и быть надежной защитой. Вам выдадут все необходимое. Блять, я не могу эти наезды, блять, на это просто, блять. Эти панкропы, эти, блядь, анимации, вот это желание показать, что есть какой-то монтаж, блядь, а на самом деле это просто пиздец бесит. Было бы лучше, если бы он менял, блядь, на крупные планы, типа, и на общее. Пиздец. Оружие. Пройдемте. Ну вот, блядь, ты что генерал. Это? Окей, вернувшись в штат, я подумал, что какая-то... Это ж пиздец. ...старушка началась, то что-то... Это ж, блядь, графический дизайнер. Ну что ж за... Где чувство стиля-то, блядь? Нам надо будет... Па-па-пам. Ну ладно, блядь, что вообще понимаете? Ну он графический дизайнер, ему виднее. Все-таки вот эти наезды постоянные, блядь. Хотя камера один раз наехала, можно было уже так оставить, типа все. Па-па-пам. А оказалось, мне нужно просто как официанту какому-то сопровождать вьетнамцев? Так официанты не сопровождают, они же разносят еду. Вьетнамец, меня нужно сопровождать. Там ниже есть причал. На нем тебя встретит наш человек. Вперед! Не подведи нас, сынок. Ага. Ну и генерал, собственно, решил отправиться в водные процедуры, да? Ладно. В плавание водное. Яндук, дамы и господа. Здравствуйте, товарищ. Маркус Дюпри, кстати, охуительная порта. Адвокат или кто вы есть? Ты кто? Отойди от меня! Я Федот Пулемет. Меня отправили на сопровождение делегации. О боже, наконец-то! Я тебя ждал. Мы все на нервах. Это очень... Вы заметили, что все люди, типа, вот все вот эти вот персонажи второстепенные, они пишут нормально, а Долорензи, блядь, просто постоянно ошибается в буквах этих своих. Ответственные переговоры. Страхуй меня! Блять, ну эти наезды, блять, камень, ну оставь уже, блять, оно один раз наехало, нахуя оно несколько-то раз наезжает, блять, на одного и того же персонажа, блять. Ой, слушайте, я вас очень хорошо отстрахую. Да. Вот тут, блять, вот почему тут ты не наехал несколько раз, блять, на отстрахуй, блять, ну. Как-то это. Это ж то же самое было, блять. Не по-военному. Опа. Дениска, блять, ну что ж за хуйня. Вот у нас яхточка. Синьхуа, братцы. Игрок Кьонг Байо. Вот тут неплохой, типа, панкрок, более-менее. Банан. Это ж хоть что-то меняется. Не банан, не, ну ладно, возьмем. Кушайте на здоровье. Да, у нас есть банан, но его есть не стал. Потому что, ну, перед нами посол из вражеской страны. Простите меня, господи. Как вам? Вкусно? Ну, вкусно. Вкусно. Вкусно? Ну, не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Блять, я ничего не понимаю. У него всегда такой хуёвый монтаж был или чё? Ну типа, ну это ж можно, блять, обрезать этот мем. Просто чтоб, типа, ну вот та часть вот начальная, ж нахуй не нужна. И этот чел, который до этого, блять, настолько лень, настолько... Раньше такой хуйни вроде не было. Настолько похуй, типа. Наш чел? Он чё, пук? Он как? Он срё... Он сы... Он, блин, он... Блять, эмоция. Не меня отравили. Ну слушайте, в такой ситуации, конечно, людям особо не позавидуешь, если окажешься в ситуации, в которой оказались они. Это полный. Идем к кораблю. Мне нужно как-то вырулить этот разговор, потому что операция крайне важна. Ты сильный, раз смог съесть банан, а посол говорит только сильными. А вы не посол? Я переводчик. Тогда. Так, и сейчас из... Ну это забавно. Ах, ты выпрыгнул, как я понимаю, уже посол. Да, что-то я в этом вообще не шарю. Сукаяма Какинора, ты очень важен для нас, поэтому посол решил встретиться с тобой. Принцип общения с узкоглазыми я понял, сейчас он говорит. Как ты ж... Ой, блядь, ладно. На своем языке, а переводчик переводит мне. В принципе, так оно в мире все и устроено, я просто дебил. Во Вьетнаме... Я тоже. ...продолжается война, поэтому надо... Реклама чтобы... сейчас будет, Долорензи, что рекламируешь? Маша пользуется... Машу рекламируешь, охуеть, Долорензи. ...сервисами Яндекса и даже не догадывается про Яндекс Плюс. Но... Да нахуй он нужен, вы че, долбоебу, Spotify, бля, подписку, однажды заебись. Маша замечает, что многие пользуются Плюсом и подключает свой... Да это залупа Яндекса для долбоебов. ...становится заметно приятнее. Маша накопила баллы на маркете. Потратила на еду, а можно и наоборот. Подключайте Яндекс Плюс. Можно типа еду на баллы потратить. Ведь даже если вы не видите плюсов, они у вас есть. Спасибо. И ты помог, и мы хотим подписать с США мирный договор. Ого, теперь я понимаю цену нашей встречи. Так, сейчас мы можем наблюдать их общение. Они общаются так, как будто на клавиатуру кошка наступила и просто напечатала рандомные символы. Эх уж эти узкоглазые, вообще их не понимаю. Посол хочет познакомить вас с его дочерью. Вьетнамский осел, посол, рассол.
Хочешь меня познакомиться со своей дочкой? Ну слушайте, действительно такая красивая азиаточка, достаточно неплохо. Азиатки заебатые вообще. Ты воина, усы, момита, няшка, няшка. С нами какая-то тиктокерша сейчас едет или что? Я просто... Валя Карнавал. Да, возможно, не понимаю. Идем внутрь, готовить... Вы, кстати, за Егора Крида или за Валю Карнавал напишите в комментарии. Документы. О, господи. Вот он, вьетнамский насвайчик так и рубит, видимо. Я зашел в яхту, и тут, извините и простите, такой интерьерчик классный. Да, неплохо так изъят. Это же вот получается, да? Она говорит, ну, да, что ей нравятся ваши мышцы. Передайте ей, что она тоже симпл. Во Вьетнаме мало накатанных полней. То бишь, дочка этого посла запала на меня. Ё-моё, ёпта. Какая мышца классная. Няска, няска. Щупать, мупать. Коко военно. Слушайте, пока мне тут делали комплименты, к нам какие-то хрены валились. Всем стоять! Что вам нужно? Вьетнам будет свободным. Никакого мирного договора с этими пи***ц. Мужики, остыньте. Это очень важные люди. Тихо, блять. Мы за свободу. Нет! Вот я всегда думал, что, типа, знаете, ну я король кринжа в GTA, сам пью тую, потому что, типа, ну много всего делал такого, типа, ну... Ну мне кажется, что короли кринжа это просто, блядь, вот эти вот топовые ютуберы, потому что, блядь, ну я не знаю. Я думал, что Вертеч это пиздец, но Долорензи просто лишь бы, блядь, как, знаете, как Пьер Вудман, вот он тоже хуйню какую-то начал делать, Долорензи так же, блядь. По-моему, раньше ты, может, я повзрослел просто, но раньше, по-моему, Долорензи вот этой всей залупой не занимался, блядь. Я обрезал еще нормально эти вставки. Я походу понял, пора действовать. Так, раз уж мне сказали, если что-то пойдет не так, нужно открывать огонь, мне походу нужно открывать огонь, блин. Фух, да простит меня Господь, боже мой. Ситуация жопная, да? Но я знал, что нет другого выхода. О, настройки камханта, кстати, вот скинь мне, пожалуйста, Долорензи, надеюсь, хоть ты будешь охуительный, вот. Стрелять внутри яхты было опасно для всех, включая меня самого. И зная тот факт, что азиаты лучше приспособлены к выживанию... Вот это вот полная хуйня, вот это, блядь. Я очень рисковал, но пришел. Это как тряска у Филини что-то на этом уровне. До этого был заебатый, типа, кадры, а тут просто, блядь... Стрелять прямо в яхту. А что было? Ну, просто, блядь, как сам обзор, братишка, Долорензи. Ну ты чё, блядь, посмотри, сколько у меня просмотров, сколько у тебя. Куда ж ты, блядь, фишки-то воруешь? Дальше меня повергло в шок. Война 2, смотри, Долорензи, может, тоже что-то наберешься каких-нибудь скиллов в съемке и монтаже. Все. Они живы! Они живы! Стоп, а где переводчик? Что происходит? Дорогой друг, твоя нас спасал. Ты Гуроин. Перевод до смерть шоколага, не няша. Так. То бишь я, по сути, угробил переводчика, да? Твою мать, надеюсь, мне за это не влетит. Ладно, уведем отсюда подальше, потому что эти террористы могли бы... Но у Батори получше будет, конечно, без обид, Долорензи, но у Батори по сюжетам как-то продуманнее. Тебе подкрепление. Блять. Так, но, по-моему... Я понимаю, Долорензи, да, ты старался вот эти шрифты, блять, забавные, мультяшные, вся прочая хуйня, но, блять, это слишком долгие, типа, перебивка, это просто пиздец. Как для интро, типа, ну, в самом начале вставить нормально, но как, блядь, для перебивок это слишком... И самое блядь. Главное, что выжил посол. А могло случиться так, чтобы вообще никто не выжил, поэтому да. Наверное, я молодец еще. Красава, вот Долорензи вообще лучше. Дички, от дабу ты бивжана. Так, я не понял ни одного слова, что он сказал, но, по-моему, он говорит, что отдает мне дочь в жены? Бля, если это все Долорензи придумал своим вот этой вот, блядь, я не знаю, головой своей умной, то это просто, блядь, ну, режиссер охуительный, то есть со Светланой Басковой, я думаю, они бы заебись сделали. Ты жена туду. Что происходит? Угу. Мне сейчас за спасение жизни дают женщину? Поехай в стриптузе клуба. То бишь я сейчас нахастил себе на жену за 3 секунды? Аплодисменты, дорогие друзья, лайк. Ребятки, это успех. Поехали в клубе. Да, пожалуйста, рад был спасти вам жизнь. Аригато, кака военно. Ну, вот.
Да, друзья, изначально я жаловался то, что никаких действий не будет происходить, военных, все такое. Но в итоге мы спасли посла, а если бы мы его не спасли, то по-любому были бы какие-то военные действия. Поэтому мы, блин, со своим талантом стрелять и избегать всяких конфликтных ситуаций, выполнили свою миссию. Игрок Джулия Пес предлагает взять у нее слиток золота. За какую-то малейшую миссию я получил себе жену и слиток золота. Так, блядь, ты же сам придумал эту всю сцену, вот эти, блядь, все, блядь, прочую хуйню, красава. Блядь, вот опять, нахуя, блядь, вставил ты эту хуйню, все поняли, зачем ты продолжаешь, блядь. Ёбаный, блядь, где ж динамика-то, Делорензи, блядь, если так продолжится, то, я не знаю, тут только на 30 тысяч просмотров, наверное, рассчитывать, я хуй знает. Вставил немного, все поняли, к чему этот мем, блядь, нахуя дальше-то, я ничего не понимаю, блядь. Ты доволен? Естественно, но вы могли ничего не давать. Я воспитан как солдат, и моя награда — это ваша сохранность в этом мире. Деля. Господи, мне пора книги писать. Нет, это благодарная одна. В книгах тоже были бы отпечатки, да? Чего, бля? Так, это... Сумки с деньгами или сумки со стропонами, я не знаю. Мы богатые. Не, шутка охуительная. Люди, бизнесмены. И... Бля. Ой, блядь. Ёбаный, блядь. Хотим отблагодарить тебя. Тачки, самолеты, вертолеты, что угодно. Приходи в любое время. Танки, самолеты, вертолеты, корабль, тут все лечит, тебе надо. Игрок Хияму Буимы предлагает взять у него сумку с деньгами. Это самая ценная валюта. Гривны. Ебать мой хуй. Фуф, я очень доволен. Федот наш тоже очень сильно доволен. Лайк и подписка на канал, и мы вообще... Резон РП Феникс, друзья. Вместе одновременно. Думаешь, это сложновато, тема. Блять, сколько раз ты эту хуйню вставил, блять, за этот видос. Блять, Денис, если ты посмотришь, блять, пожалуйста, сократи как-то это. Я не могу, блять, я это видел уже один раз. Нахуя мне еще-то, блять? Ну что же, вот так... Можно просто вот эту вот последнюю хуйню, смотри, я тебе покажу. Блять. Я ебал, можно просто как вот эта пуля, блять, вылетает и рассеивается, блять, просто вот во всей этой хуйне и все, блять. Я мог упустить пару моментов, а может где-то приукрасить, но в любом случае, надеюсь, вам понравился этот формат. Жду ваших лайков, чтобы скорее рассказать... Ну что, сюжетик неплохой, да. ...следующую историю. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. В общем, Аризона, Ролиплей Феникс, друзья, заходите, играйте, узнавайте. Всем пока и до свидания.